Привет! Знаете, почему у меня не сходит с лица улыбка и сияют глаза? Потому что сегодня, наконец-то. Я так долго этого ждала, и сегодня, наконец-то, я получила распечатку своих интерьерных работ. И сейчас я хочу вам показать распаковку. Я сама еще их не открывала, мне очень интересно посмотреть, что там. Боже, вы даже не представляете, в каком предвкушении я сейчас нахожусь. Потому что одно дело... видеть свои работы на экране монитора и вообще совсем другое дело вот так вот их получить на холсте в прекраснейшем пакетике, на подрамнике. Боже, просто. Упаковано очень хорошо. Сразу хочу вам сказать, что если вы будете заказывать эти работы, то можно не переживать за доставку, за то, что нужно это произойдет, потому что я заказывала я очень долго взяла несколько заказов и очень на самом деле долго их ждала, потому что место очень востребованное и там довольно длительное ожидание. То есть можно было сделать в другом месте быстрее, но я решила сделать именно здесь, потому что здесь самая лучшая передача. Передача цвета самая натуральная. Ну как вам? Смотрите, просто восторг, по-моему. Мне кажется, здесь все идеально. Идеальная цветопередача, идеальный подрамник, идеальные швы. Здесь есть крепеж. Сейчас я все детали покажу вам поближе. Только посмотрите на эту красоту. Сейчас я попробую с ней поближе текстуру. Текстуру холста. То есть оно прямо как картина настоящая. Выглядит очень красиво. И вот смотрите, ширина. Толщина, точнее, вот этого подрамника. И давайте посмотрим сзади, насколько тут все аккуратно сделано. Мне прям очень нравится, все хорошо, все идеально. И есть подвес, то есть вот здесь есть крепеж для подвеса, чтобы вы получили и могли сразу повесить себе в интерьер. Просто идеальнейшее решение. Сейчас мне надо будет подписать работу, и если честно, у меня даже дрожит рука, потому что это моя первая работа в жизни, которую я подписывала. Которые помогают погрузиться вам в мир принятия себя, в мир собственных желаний. Вот это одна из моих наилюбимейших работ. Она называется «Раствориться в своей природе». И на самом деле она имеет глубокий смысл для меня. Она во многом о том, что я сама сейчас проживаю. Потому что очень многие люди сейчас входят в мир какой-то виртуальной реальности. И действительно, нашим мышлением во многом владеет виртуальность. Это для кого-то Инстаграм, для кого-то это сериалы, погружения, для кого-то это какое-то виртуальное общение и так далее. И действительно, очень много мыслей человека находится в каком-то несуществующем даже мире. И я сама сейчас проживаю такой эксперимент, что я осознанно отказалась уже очень давно от телевизора, и в последнее время я отказалась вообще от каких-либо просмотров сериалов, минимизирую нахождение в социальных сетях для того, чтобы больше иметь возможности погрузиться в собственные мысли, в собственное чувствование и понимание своего отношения к каким-то вещам. И сейчас я довольно много посвящаю времени медитациям. И это все, вот это вот погружение в собственную природу помогает, на самом деле, найти очень многие ответы на всевозможные просто вопросы. И вот эта картина, если вы ее повесите в свой интерьер, она как раз будет напоминать вам о том, что иногда нужно оказаться в вакууме и погрузиться чисто в себя, чисто в свою природу, услышать свои чувства, услышать свои желания, услышать свое истинное отношение к каким-то вещам. И тогда, возможно, многие ваши сомнения просто отпадут, потому что вы просто услышите себя. Вот, поэтому
Эта картина в интерьере, она не просто создаст эстетическое наслаждение, но также будет иметь вот это вот важное очень значение.